преддверии Дня России в МВД по Чувашской республике прошла торжественная церемония принятия присяги гражданина России. Сегодня ее приняли 11 иностранных граждан из Молдовы, Украины, Таджикистана и Анголы. Каждый приглашенный поклялся соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязательства гражданина, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. После принятия присяги гражданина иностранцы смогут получить российские паспорта.